двух, либо на филологическом факультете не учатся молодые люди, либо они не пишут стихи. Но я думаю, что сейчас это впечатление должно измениться. Глеб Черкасов. Я кухонь, но я большой скрипач. Я деревянных мастерств перешивщик. Игрушечник. Но и выстроганный грач. Недюжинный щелкунчик и пришивщик. Я плотник, и рубанком я тружу свой ум, небрежно смахивая стружку. И лучшую, отличную кружку из-под ножа с улыбкой выложу. Скорее, игрок, хватайте кости. Вас ждет прескверная игра. Вы будете кипеть от злости и плавиться в огне ура. Вы будете взлетать и падать, и градины ронять слези. Вы будете сомнения прятать за громом хохотных дрезин. Вы будете порхать, как птица, вы будете пахать, как волк. В углу вы будете стыдиться и возглавлять дерзанием стол. Скорее, игрок, подайте кости, вас ждет прескверная игра. Уже в виски стучатся гости. Пора, мой друг,